Без подписки мой канал смотрит 86%. А я ведь очень стараюсь, поэтому, пожалуйста, подпишись на канал, поставь колокольчик и нажми под этим видео лайк. Спасибо тебе огромное. Всем подписчикам хай, а остальным соболезную. И сегодня я играю на сервере Rustex Remake со своим тиммейтом. Поздоровайся. Здорово всем. Короче, мы залетели на вайп, который сегодня произошел в 6 часов уже. Сколько? Ой, точнее в 4 часа. Сейчас уже 5 часов. Минут 5-10. Мы, точнее, он отстроил вот эту вот кибиточку такую. И сейчас мы будем продолжать. Значит, что делать правильно? Выживать. Именно. Что мы будем сейчас делать? Пойдем, что ли? Дорогу полутаем на печку. Но у нас кудлоков нету. Значит, нам нужно металл, я так понимаю. Если хочешь, можешь покопать металл или дерево. Я могу покопать камень. Нам нужен камень? На. Да, ну, да, мне что-нибудь. Мне, короче, все, нам все надо. Там один кассир уже есть. Да, пизда. Спасибо доклону, который дал кирку. Хоть что-то. Так, что ты нашел сочку? Да, да, симба. Офигеть, я вижу какой-то афроамериканца. Так, это нормально, неси сразу домой, чтобы тебя не убили. Окей, я несу все. Не надо давать мне надежду. Ой, хазмачик. Че? Все, ГГ мне. Ну-ка, у меня хазмачик. Кто-то кого-то это дипает, пытается задипать. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Я за типом каким-то иду, ударил раз. Вот, блядь, это два раза ударил. Ай, Сайрекси какой-то. Черт. Меня убили. А я ж не знал, что это твой тиммейт. А, не, нам... Блядь, да кто? Ну, деклон, ну что ты творишь? Чел, они что-то агрессивные. Слышь, дверь закрой. А, я закрыл. Там какие-то вон типули. Ты заряженные. Там в натуре заряженные. Они нас будут тупо по двери будут сидеть. Бля, если это деклон, то это гей. Да, это деклон. По нам стучат. Всем привет, Уль. И это новый выпуск тактики боя от огурцов. И первая тактика называется лягушки-ебанушки. А ну я на тебя запрыгнуть могу? Да, давай, давай. Ай, нокнули. Сука, деклон. И в итоге эта тактика безупречно срабатывает. Да. Перестрелка. Там шмаляют. Гвоздиками. А их что-то там нормально, так их хотят задипать, деклона. Да. Тихо. Сейчас тебя нашотник. Поем манчу. Вообще плавно. Стреляй, давай. Пизды не стрёмно получить, пизды. О. А меня нокнули. И меня нокнули. Бомж какой-то. Да, бомж. Олег. А, это Олег. Олег. Хорошая работа, Олег. Так, ладно. В принципе, я думаю, на этом сервере пока можно заканчивать первую. Следующее уже мы будем рейдить и что-то делать, и кого-то убивать и так далее. Поэтому, если вы хотите следующую серию, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Скажи пока. Пока.